Если вы хотите избавиться от ценностей прошлого, вы должны уничтожить артистов. В целом, это, ну, однопартийная диктатура. Оппозиция, она либо в тюрьме, либо в эмиграции. У нас просто был диск с этим самым знаменитым сборником «Cambodian Rock», и мы его заслушивали до дыр, и, кажется, всех этих музыкантов убили. Вы слушаете подкаст «Кровь на струнах» от студии «Термин Вокс». Сезон выходит эксклюзивно в сервисе «Строки». Это история о камбоджийском рок-н-ролле, ярком музыкальном феномене, который возник и развивался на фоне страшных исторических событий в эпоху диктатуры красных кхмеров и геноцида жителей Камбоджи. Это трагическая и полная надежды история о том, как революционеры пытались, но не смогли убить музыку. Меня зовут Антон Маскеляда, я музыкант и преподаватель. Для этого подкаста мы погрузились в историю, о которой сказано незаслуженно мало. Мы расскажем, как музыка влияет на общество и политику, а политика — на искусство.